Я выбрал самый маленький сервер. Буквально на 450 сотов. Оп! Зашли. Аутпост возле космодрома. И возле гастейшена. Это что означает? Правильно. Тут мы будем строить нашу ловушку. Вот тут где-то. Офигенное место. Алло? Йоинк! You want to fight with me? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, сука, бля. Окей, окей, I pick you up. Oh, thank you. No problem. Это что за жирнич был? 11 жира с него выпало. Чего, тут нет замка? Так, ну, на всякий случай я кину тут спальник. Потому что пахнет каким-то разводиловым. Или нет? Man. Добежав до аутпоста практически с первого раза, я подфермил камушка и купил деревца. А, я хотел ники включить, что-то я тупанув. Оп, оп. Game types. А что такое? Короче, не знаю, что это. Пускай включено будет. Так, вообще было бы неплохо домик тут отстроить уже. Ну прям вообще просто вау. Место просто пушка. Чувствую запах контента. Ну, почти ровно. Ящик, одну картоху засейвим. Картоха нам еще пригодится. Все, пойдем файтиться. На крыше по соседству у меня постоянно сидел руфкемпер. Да, именно на этом домике. Персик, ты не знаешь, кто рядом с тобой живет. Ты совершаешь одну большую ошибку, стреляя в меня, потому что с крыши стреляй. Я же найду лестницу, я тебе обещаю. А где луки? Раст, алло. Нашел, отлично. Вот так это делается. Это киберспортсмен. Ну он откис. Слабый киберспортсмен еще. Шоколадка. Две шоколадки. Если вы понимаете, о чем я. I'm naked, man. I'm yes. Naked. I'm gonna break the ladder. Nice. You can give Hello me ladder. Friend. Hello, my friend. You can give me ladder, my friend. I'm gonna. Yes, but I need to break this first. There's a guy on the roof, guys. Watch out. What the fuck? What? They're breaking out. They're coming out. Watch out. There's a crossbow guy outside. Fuck you, bitch. Парень, пока я тут прячусь от типов, не забудь поставить лайкосик и подписаться на канал. А еще в ВК я добавляю всех. Не пропусти, там есть розыгрыш. Угу. Брат, не шевелись, не дыши. Не дыши, нас рассекретят. Не делай этого. Проси уже не дышать его, зачем он дышал? Их четверо, они... Их пятеро. Нуб. Эмма, бэйби гёрл, сейвить надо лут. 10 секунд. И мы отсюда сваливаем сейвить это все. 3, 2, 1. Бежим. О, солнечная панель. Неплохо. То, что надо, я бы сказал. Сейчас мы сделаем небольшой обзор на мой топовый дом. Короче, вот. Тут у нас стоят два фундамента, абсолютно не застроенных. Тут дверь и маленький ящик. В принципе, все, обзор закончен. Отличный дом.
Шикарный дом. В моем стиле, как бы, как говорится. Так, сейчас главное не дышать. What the fuck, man? Они душат меня. Нет, нет, их много, их очень много, их миллиард. Их не пересчитать на пальцах, не знаю, и не только на руке, и на ногах тоже не пересчитать, в принципе. Боже мой, чиз. Вы меня убить сейчас хотели, алло. Так мы не знали твой ник, чувак. Ты нас за этого убил, ты у нас под хатой сидел. Я не сидел у вас под хатой, я откуда могу знать, где вы живете? Ты меня убил. А вы будто бы меня погладили, да? Вот это вот, все это время вы меня гладили по голове, спасибо. Мне нравятся такие ласки. А, это я валяюсь, чего удивляюсь. Мне теперь страшно выходить из этого дома. Я тут пешку потерял, ты не утал ее? Не. Ну тут где-то пешка валяется. Сразу после всех этих адских замесов я решил обустроить свой домик, так как понимал, что меня скоро выселят. Фух. Меня не дипнут. Так, копье, я не знаю, выкинуть. Блин, у меня столько оружия, типа, я сижу и думаю, выкидывать копье или нет. Так, слушайте, нифига себе, нормально. Ты что уж переезжай, здесь два клана просто под хаты, пока у нас сидят. Вот, переезжать собираемся, только думаем, куда. Ты что думаешь, я их боюсь? Я бесстрашный рыцарь за светлую сторону, выселятор кланов, а.к.а. Димас, как бы. Касим! Вообще мне скраб нужен, зачем я файчу с этими бомжами, я не понимаю. Мне нужен скраб, Димас. На, брат, лови. Ты видел, как он упал? Выбегаю, двое, слышишь? Беги, брат! Ой! О, но! Why you bully me? I'm very friendly, I'm... I'm solo player, please don't kill me, my friend. При таком онлайне под моим домиком постоянно происходила какая-то жесть. И не встревать в перестрелки я просто не мог. Нет, наш клиент справа. С Бергманом. С МПшками наши клиенты. Вот сверху. Man, goddamn. Беги, Димас, беги!
Вай-вай-вай-вай-вай, это было плохо. Согласен, не поспоришь. Почему-то я уверен, что у меня челик сидит под хатой. Как вы думаете? Нет, не сидит. Кто-то сзади. Еще? Ах ты жук навозный, с крыши меня убил. Оно меня с крыши убило. Быстрее, Димасик. Где патроны на Берду? В твоих ящиках фиг что найдешь когда-то. Блять, да я знаю. Ты что там делаешь, алё? О, Димон, Димон, я в поляне есть, я есть в поляне. Минус 3, все, расслабься, расслабь булочки, Димас всех убил. Ай, 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 плохой мальчик, плохой мальчик. Получается, мы фермим, да? Нормально фермим. И под шумок я решил вернуться к этим руфкемперам и посидеть у них под хатой с двушкой. Блин, ладно, почти. Почти. Да ё-моё, их тут много сидит. Чё, мало того, что они руфкемперы, так они у меня теперь под дверью сидеть будут? Пф, какой же ты лох, чувак. Понимая, что меня вот-вот зарейдят, я отправился фермить камушек, чтобы обустроить мой домик. Так, где у меня люк? Его я, кстати, не зря вывел. Он мне очень пригодится. Чё, кемперки, поиграем с вами? Во, офигенная песня. Как раз под ферм. Потом я переработал абсолютно все свои компоненты, ведь я хотел купить гантрап и сделать из своего домика ловушку. Вы же знаете, что я люблю делать больше всего в этой игре. Убивать, вы можете сказать? Не-не-не, обворовывать клановые печки. О, у них печки есть, вау. Мне кажется, если я туда залезу, я оттуда не вылезу. Ля, они 3 печки запустили. Лестницы крафтить я не умел. Но мне повезло, что у меня были соседи. Только главное сейчас не тупить, быстро запрыгнуть и вообще будет пушка. А, это свой. Я дурак. Не метал, у меня 1 хп, я упаду сейчас. Иди сюда быстрее, буст, 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 буст. Отлично. Давай бустану тебя, слышишь, ты залутаешь его. Помянем.
И плюс МПшку я украл. Нормально пацан АФКшит. Ну вот, нормальный домик, да, получается? Мне нравится. Антирейд бункер какой-то. И тут гантрап. Еще пару повесить, и вообще будет огонь. Вообще отлично, шикарный дом. Как дела? Братик, ты как? Нормально? Don't run. You will die anyway. Кто меня убивает? Fuck, don't kill me, man! No! Going deep, man! Этот парень был из тех, кто просто любит лут. Моя ловушка была готова и прошла несколько тестов. И я решил побайтить бомжей. Do you need my base? Follow me. No. What? Hello, my friend. I'm friendly. Yes, yes. You need my base? I can take this shit if you need. What? Naked, look, this is a trap, don't go down here. Мой домик жив, люк жив, я жив. Ага. Я только приметил себе цель, чтобы их разваливать, а они походу ливнули. А может их бахнули. Металл? МВК не гниет. О! Дэнни, Рикки-Тикки-Тави, привет, ребята! Как ваши дела? Мои соседи ливнули, но я не расстраивался, ведь возле меня было очень много кланов. Он Джаггер нацепил! Are you fucking seriously, bitch? А ты сверху сидишь, крысёныш, да? Да, перестреливать Джаггер с револьвера — это, конечно, такая себе задумка. Но я решил вернуться туда с зажигательными стрелами. Он у меня тусится. Серьезно? No zoom. Я не знаю, что тут происходило. Меня пытались обойти со всех сторон, закидывали гранатами, но я дрался как лев. Ну б. Что-то это было изи как-то. Это была какая-то жесть. Так, мне нужен скраб на второй верстак. Вот если я сейчас намучу быстренько все это, то можно будет уже делать грязь. А, беги! What the fuck is going on? Чего? А чё их так много там? Они вон едут. Была бы у меня сразу граната. Интересно, они куда-то еще поедут? Окей, я вас понял. Они у себя под хатой сидят. Понял.
Очевидно, что тут я пососал. Ну чел, тебе пизда, ты знаешь? Чё-то вы какие-то слабые. Пока, слабачки. Сишка? Это Сишка и Сачелька еще одна. Вот построю какую-нибудь домину, непонятно где. Потом приходится искать ее, непонятно сколько лет. Ну, второй верстак, иди к папочке. И я могу еще лестницу изучить. Ну, это просто пушка. Найс. Так, еще одна камера. Верстак этот заберем, поставим сюда сразу же вот второй. Вы же помните, когда меня убили, меня подняли, и челик случайно кинул мне инвайт с того клана? Ха! Ту-ту-ту. Интересно, они заметили то, что я к ним зашел или нет? Вот тут два типа, сейчас мы к ним пойдем. Я попробую сейчас к ним в клан проникнуть, я же в зеленой метке теперь. Но они оказались не настолько глупы, заметили меня и кикнули. Но меня это не останавливало. Не получится. Не получится. Да в смысле, я не могу ее снять? Блин, вообще их можно зарейдить. Fuck you. Fuck you. Они с крыши не смогут выйти, у меня есть план. Может изучить все-таки Сачель? И как я ранее говорил, у меня появился план. У меня была Сишка и две Сачели, которые я мог потратить на их домик, понимаете? И я решил попытать удачу, взял с собой Джаггера и пошел к ним. Будем траить, что поделать. Эй, съел весь шоколад, блядь. Ну нахуя ты так? Нахуя ты съел весь шоколад? Эй, шоколадка. Шоколадка. Шоколадка, шоколадка. Подними меня, поговорить надо. Минус кота, минус кота, минус кота, пацаны. Как говорится, был дом и нет дома. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну вы поняли, о чем я. А вы тут хотели дверей наставить, да, персики? Пацаны, как вырыв в хату? Вам понравилось? Это ты? Чизи, это ты? Нет, это не я. А кто ты тогда? Я простой игрок, который зарейдил тех, кто на меня быковал.
хочу скрафтить еще пару лестниц и пойти посмотреть, что у типов там на хате происходит. Возьму, наверное, томик какой-то с собой. Там-то драться мне придется в упоре. Но домик у них ничего такой, но я сомневаюсь, что у них открыто все. Руф Кемпер, выходи! Подлый трус! I'm here. What? Are you not Russian? No, I'm Swedish. No. Your neighbors, fucking Roof Camper. Yes, my neighbor Roof Camper Russians. Yes. Good job, my friend. Go kill them, go kill. Yes. Come with you, okay? I come with you, my friend. Why not? Nice! Oh shit! I friendly. I killed him, brother. Roof camp. Roof camp, die. This is my friend. Roof camp, die. One more, die. It's my... Хорош! Hello, my friend. Hello, it's me. Hello, my friend. Are you alive? My friend alive, yes. It's me, don't worry, my friend. Break the trap, please. Break the trap. Nice. Break the trap. One behind me. Try to get up, boys. Я дебил. Goodbye, roof camper shit. Лол. И от этих соседей я решил не отставать. И вернуться к ним снова, это халявные пушки. My friend, it's you or not? No, it's us. No, okay. Don't kill. Did you get the lore? Так, вот это, я думаю, все надо перерабатывать. И вообще, я бы купил турельку. Фармя ресурсы, я заметил, как строится домик и решил к ним наведаться. This is my base! Oh, nice loot! Nice! И наконец я решил построить свою первую ловушку с турелькой. Только Димас может взять все для постройки, но не взять самое важное. Отличный домик, я считаю. Наконец, я подключил свою турельку и мог уже выжидать своих первых жертв. Сейчас будет байт. О, один, походу, уже попался, почувствовал силу турельки. Что, отдыхаешь, что ли, уже? Эй, пи***! Ты чё там строишь, нахуй? Алло! Ты чё делаешь? Как вы поняли, мои соседи были не в восторге от моей турельки.
killing me, please, please. You killed me 5 times now. You shooting me, you fucking idiot. Oh, you are my neighborhood? Yes, I'm your neighbor, but you killed me. Sorry, I thought it was the enemy. Давненько к вам, походу, не забирались на крышу, да, чуваки? Понятно, я турель долбил тогда. Я турель долбил. Спасибо. Братан, ч... Животное. Алло, девочка моя, пусик, ты мой пусик. Ты стреляй, я все равно сейчас тебя убью и починю ее. И так как они сидели у меня под хатой, я решил залезть к ним на крышу. Лежать. Ты что, придурок стреляешь? Ой! Икс! Ты че больной, блядь? Алло, поросенок, заходи в домик. Поросеночек мой маленький, заходи в дом. Свинтус! У нас с ними начался интеллектуальный разговор, который длился более 5 минут. И когда я находился в маске, я не заметил, как этих пацанов забанило. Я не знал, что они улетели в бан, и ждал их все это время. Ждал и ждал. Пока не заглянул в сам чат. Одного из них я решил добавить в стиме и узнать у них пароли. У них на меня сильно горело, но после того, как их забанило, не знаю почему, они решили все это уладить. И да, пароли все-таки они мне отдали. Пойду вводить пароли 1133 и раздам лут бомжам каким-то. Окей. На самом деле что-то... Ну, тут нифига себе, тут уже пушки есть. Юху. О, серка пошла, хорошо. Ну, привет, пацаны. О, джаггерсеты, сочили, компонентики. Хо-хо-хо. Я забрал у них все ресурсики, но нет для себя. Я решил отстроить трейдерную площадку и натрейдить всем бомжикам, которые придут. Подходите к шоп-фронту. Так, держи, от тебя на изучение. Тейк, возьми, от тебя на изучение. На сервере был Global Vibe, и поэтому пушки людям нужны были очень сильно для изучения. Красава. Пушка будет, слышишь? Так, а это... Спасибо, чувак. Тебе. А там револьвера не было? Не. Хелло. Здорово! К шоп-фронту подходи. Братан. Вообще обалдёшь, спасибо. Изучай, братик. Спасибо. Да, не за что. На, еще тебе. Изучишь. О, спасибо. Да, не за что.
Вот так, в принципе, я и закончил свое развитие на этом сервере. Решил пораздавать всем утецки и выйти, так как противников у меня уже не осталось. Ну а если вам понравился данный ролик, не забывайте ставить лайкос, подписываться на канал. И всем пока! И не забывайте добавляться ко мне в ВК. Там у меня проходят розыгрыши.